наставник ваш по Фабердик. А вы зарплату будете получать 10 числа у нас тут? Ой, даже да, там как? Вот просто у вас структура уже сделана, 10 тысяч рублей заказов, да, за несколько дней вот. Вы же зарегистрированы буквально тут пару дней, да, наверное? Да. Вот, у вас уже столько заказов, к концу каталога их будет больше, а вы даже номер своего телефона не подтвердили. Вот, сейчас пытаюсь, что-то код не приходит у меня. Подождите, давайте я вам сейчас отправлю, пока я, у меня открыто. Все, отправила, сейчас должен быть прийти. Вы зашли по паролю логину? Да, зашла, вот мне написано, введите код из СМС. Да, вот шестизначный код там пишите. Вот. Так, это и вот 599, 597. Ну да, если 6 цифр, значит он, потому что пароль подлиннее там. Вот, но у меня подтвердить телефон не загорается. Это ж вот это такое. А вы в кабинет зашли, где по паролю логину, да? Да, я зашла, у меня вот пишет, введите код из СМС. Ну, если уже ввели, значит все нормально. Сейчас я обновлюсь, я посмотрю. Тогда зайдите там, личный кабинет, личные данные. Нашли? Нет, что не могу. Вы через компьютер или заходите? Нет, через телефон. Так. Там, значит, личный кабинет будет, значок человечек наверху справа. Там увидели? Ну, в общем... Там нету подтвердить регистрацию, подтвердить номер телефона, да, есть. А, если не найден, значит, последний код введите, вы, наверное, предыдущий вводите. Я сейчас только что новый, потому что отправила, предыдущий, значит, недействительный. Вот, вы успешно вошли в личный кабинет. Угу. Так. Он же тот же самый приходит, мне этот код. 599-597. Вот. А, подтвердить телефон. Может, да, тут телефон надо? Телефон, правильно, да. То есть я телефон свой ввожу, да? Телефон уже введен, где написано подтвердить телефон, там вот этот код вводим, и все. Так. А, все. Нет, ошибка регистрации консультанта, код не вот, найден. Сейчас я вижу, у вас подтвердился, он уже все нормально. У меня зеленая галочка уже, да. Ну вот, кабинет изучайте тогда, да? Обучение вам скинули, наставник скинул вам обучение один? Да, вроде там скинули. Угу. Ну все, тогда быстренько прям за 10 минут новый рабочий аккаунт открывайте, заполняйте и сразу раскидываем рекламу. Мой WhatsApp запишите на этом номере. Селиванец Екатерина меня зовут. Ну, реквизиты в кабинете мои тоже будут. Вот. А у меня у самой, вот я больше 3 лет работаю, 12 тысяч постоянных покупателей, да, здесь. Ну, все понемножку приходят так, по несколько человек в день. Вот. И таким образом, то есть, ну, уже 3 квартиры я купила, поэтому все помогу, обучу тоже. И наставники ваши тоже нормально уже зарабатывают. Вот, понятно. Так что, в принципе, сейчас в коронавирус онлайн работать и удобней, и денег больше. Ага. Вот. Я на человечка нажала, да, ага. Потом мне вот личный кабинет, ваш консультант, регистрация, мой счет, вот это, куда мне дальше идти? Просто потыкайте кнопки, чтобы знать, что где находится, а рабочие аккаунты делайте по обучению. Там ВКонтакте, например, будете раскидывать рекламу или Инстаграм-магазинчик. Это все в обучении пошагово расписано. Вот. Зарплату 10 числа мы получаем в зависимости от товарооборота группы. А, вы еще в курсе, что вам кварцевый вибромассажер в подарок в первом заказе, при первом заказе такой подарок новичкам всем? Не знали? Нет. Вот. Ну, нам уже, мы в акцию не попадаем, мы не новички, мы его за деньги покупаем, он такой недешевый. Вот. Так что...
посмотрите там, полистайте каталог, посмотрите, что продается вообще. Про бытовую химию желательно знать, потому что у нас ее покупают люди больше всего. То есть хотя бы в курсе там каких-то 15 самых полезных ходовых продуктов, да, ну там вот порошок, средства для мытья посуды, да, отбеливатели, ну, чтобы в курсе были, что самое полезное, вот. Ну, такое прям эксклюзивное, что прям все берут и прям вау-эффект, да, который всем нравится, рекомендуют люди, вот. Если вы каких-то знакомых тоже не с интернета будете регистрировать, им тоже будет в подарок этот массажер, вибромассажер кварцевый, и 20% скидка им будет тоже. Ну, можно просто регистрировать на покупки людей, можно регистрировать продавцов, которые просто хотят продавать, и можно партнеров на бизнес регистрировать, ну, которые хотят масштабный именно, как интернет-магазин масштабный делать. То есть у меня в месяц магазин продает на 6 миллионов, да, я сама не делаю личные продажи. Хотя, когда я была новичком, тоже что-то пыталась какие-то продажи сделать, думала, это и есть бизнес. Вот. А потом поняла, ну, долго доходило, что не совсем так работаем, не продажами личными. Вот. Ну, кто хочет там заработать 5-10 тысяч рублей, 15, конечно, это на личных продажах легко сделать там за пару дней даже. Вот. К этому обучение тоже есть. А вы на какой доход тут рассчитываете? Ну, в смысле, цель, план? Да, я даже не знаю, просто решила попробовать, пока еще даже не задумывался об этом. А, понятно. Ну, там в задании в обучении тоже и цели напишите, да? Ну, это вообще, в принципе, полезно по саморазвитию. И, ну, и к наставникам обращайтесь, ко мне, вот, к Насте, к Юле. Вот. Ну, если так, что-то... Обучение в Телеграме, по-моему, да? Да, в Телеграме, да. Если они не выслали, напишите мне в WhatsApp, я еще раз перешлю. Угу. Если потеряли, мало ли там. Что-то вот сейчас найти пока не могу. Угу. Ну, прям в самом Телеграме, наверное, выслали, нет? Или в WhatsApp выслали. Наставник, кто регистрировал, он и высылает. Угу. Вот. Так, а в Телеграме как вы называетесь? Я? А что в Телеграм меня увидеть, нужно записать меня в телефонную книгу. Угу. Понятно. Ладно, хорошо. Ну все тогда. Успешной вам работы. Спасибо. Ага, до свидания. Человек вышел морковки на 3%. За счет морковки. Это у меня морковка 73. В общем, новая морковка. И я решила выборочно прозвонить некоторых людей, чтобы помочь им, которые красные минусы в разделе «Моя структура», которые не подтвердили даже телефон. Вот, чтобы помочь им подтвердить телефон и войти в обучение. Желательно, конечно, с ними делать еще второй созвон, чтобы... или писать, добавлять их в чат, чтобы проверить их рабочие аккаунты, чтобы они начали работать желательно не там, не через неделю, а вообще в тот же самый день, потому что с новых аккаунтов тоже можно работать, мы работаем с новых аккаунтов в первые дни, ничего не блокируют, просто есть определенные лимиты на новые аккаунты, которые только что открыты, только что заполнены. Если их соблюдать, никаких блоков нет, потому что мы спам не шлем, среди наших методов работы спама нет. У нас бесспамные методы работы, размещение там рекламы, объявлений, которые разрешены, то есть мы ничего не нарушаем нигде, как многие там спам шлют, в личку пишут, там друзья добавляют, вот это все запрещенные методы работы, поэтому их блокируют, у нас не блокируют. Еще есть метод Target, очень хороший, но он платный. У нас более 40 методов бесплатной подачи рекламы, и один платный, это Instagram, в смысле, таргет в Инстаграме. Очень много видов существует настроек этого таргета. Кто-то через Facebook настраивает, кто-то через Инстаграм, кто-то через пост, кто-то через сторис. Там куча настроек, у всех все по-разному. И, соответственно, разный эффект поэтому. Так что выбирайте, какой метод вам интересен. Цена платного таргета в основном 200 рублей в день. Девочки кладут, от 20 регистраций в день получают. Ну, со структурой тоже нужно уметь работать.
высылать им шаблоны, ничего свое желательно не придумывать, потому что наставники эти все шаблоны уже отработали годами, выкинули все оттуда лишнее, ненужное. Если новичок начинает переделывать шаблоны, у него эффект значительно хуже на 90%. Если он переделывает шаблоны наставников, ну или каких-то других лидеров, которых, в принципе, тоже полно в интернете. Вот. Так что берите из готовой системы, новички, следуйте системе. Потом будете что-то свое изобретать, свой авторский метод, свою статистику выводить. А пока пользуйтесь всеми шаблонами наставников, команды и так далее. И делайте, повторяйте их действия. Потому что вознаграждение в нашей компании уже выплачено больше 10 миллиардов рублей. Это вообще какие-то старые цифры я привожу. Официальные, сейчас, естественно, намного больше. Так что вы тут не то, что там единственный или среди немногих, просто вообще куча людей здесь зарабатывает огромные деньги. И сейчас в коронавирус, в кризис, самое актуальное – это зарабатывать из дома, онлайн, при этом не уделяя слишком много времени работе, как на наемной работе, при этом возможность путешествовать, и все себе позволить, потому что доходы здесь очень огромные, но нужно научиться здесь работать, выработать определенную статистику, то есть очень много размещать рекламы, очень много. Вы можете не тратить время, да, размещать таргет в Инстаграме, но если вы размещаете бесплатную рекламу, то вам придется тратить свое время, размещать вручную или через роботы, у нас есть бесплатные роботы, через них размещать эту рекламу. Так что работаем.